На озере в провинции Рисаль к востоку от Манилы потерпел крушение корабль с пассажирами, в результате чего погиб 21 человек. Корабль направлялся из Бинангогана на остров Талим через самое большое богатое озеро на Филиппинах. Водный транспорт столкнулся с ураганным ветром. Из-за паники среди пассажиров корабль перевернулся. Полиция провинции Рисаль подтвердила, что 21 человек утонул, 40 выжили.